Здравствуйте, в эфире программа «Инсайт», где мы показываем и рассказываем то, что скрыто от глаз болельщиков и даже журналистов. В сегодняшнем выпуске закулисье тренировочных сборов. Самое классное здесь вид, очень красиво, на Персидский залив. Возвращение блудного сына. Ты вот эту мне отправил? А как я должен игру угадать? Кто больше знаток русского языка? Маковский, моментище. Я думаю, похоже на кого-то. Да, кстати, да. И поиграли мускулами. Готов? Учебно-тренировочный сбор – это не только работа на футбольном поле. Есть и другая сторона медали – это закулисье, что также имеет огромное значение. И Андрей Егорычев показал, как оно выглядит. Всем доброе утро. Мы продолжаем подготовку к возобновлению сезона. И сегодня мы расскажем вам об этом поподробнее. Сейчас 8 утра, мы идем на завтрак. Всем доброе, приятно. Каша, в обед и на ужин здесь суп, вот хлебобулочные изделия, ну, какие-то закуски, овощи, и здесь вот и большой выбор всего, вот здесь бобы, гречка, грибы и овощи, там у нас фрукты, вот, ну, чай, кофе, в общем. Наверное, как всегда, выбор большой, можно выбрать, что покушать, вот, достаточно разнообразно, я думаю, что всем подходит. Каждый вечер мы получаем расписание, Павел Сергеевич Светин скидывает его в наш общий чат. Вот, и сейчас мы быстренько пробежимся по нему. Так как тренировка сегодня у нас вечером, до тренировки у нас запланировано теоретическое занятие. Вот, ну, так как я пораньше форму забираю, сейчас ходим в инвентарку, администратор уже ее подготовил. Сейчас мы находимся на 91 этаже. Вот, вся команда живет на третьем. Так, здесь у нас инвентарка. Сюда мы сдаем в этот контейнер стирку. Пойдемте, заберем форму сразу. Здесь у нас администратор Максим раскладывает форму. Вот, если чего-то не хватает, можно здесь найти. Обычно белое, то, что на вечернюю тренировку, если две тренировки, белое висит здесь, оранжевое на первую тренировку. Здесь он раскладывает, очень здорово, вообще, конечно, удобно. Вот, первый раз я с этим столкнулся во второй лиге, и, ну, это так, ну, это маленькая приятность. Вот, и дальше здесь у нас комната, для, не знаю, для снеков, вот, можно попить кофе и чайку, взять фрукты, перекусить, там есть и запрещенные продукты, вот. Вот, а теперь пойдемте ко мне в комнату. Так, вот мой номер, давайте найдем. Прибрался с утра, вот. Ничего необычного, наверное, самый классный здесь вид. Вот, очень красиво на Персидский залив. Я не знаю, за все сборы было ли так же спокойно. Вода вообще тихо-тихо сегодня, безветренно. Здесь, в общем, кровать подвинул к стене, потому что мы с детьми иногда приходим сюда, они прыгают, в общем, а мы с женой отдыхаем, когда уже не знаем, чем их развлечь. Вот, они приходят, прыгают на кровати, мы также здесь за столом пьем чай, можем там покушать фруктиков. Вот, они могут там печеньки поесть, и, в общем, очень хорошо. Первый раз я взял с собой семью на такой долгий срок, вот, и это смена обстановки какой-то, то есть смена общения какое-то, дополнительное времяпрепровождение, и мне намного, у меня намного легче сборы проходят, вот, в психологическом плане, то есть я там не хочу, допустим, лететь в Екатеринбург, там, к
кто-то уже очень хочет улететь отсюда, потому что в одном месте очень долгое время. А мне хорошо, семья со мной здесь. При этом я живу в отдельном номере, высыпаюсь, отдыхаю, но и провожу время с ними. Вот, не скучаю, как многие. Вот, и, в общем, все здорово. Мур-мур, носик, смотри, какой он. Смотри, какой носик у кошечки. Мур-мур-мур-мур-мур. Котик. Привет, Зек. Позавтракай. Котика смотрю. В первую очередь, конечно, нравится то, что здесь тепло. Очень жарко. Деткам не нужно одеваться, мы тоже быстро выбегаем. Бежим к морюшку, к бассейну. В общем, целый день на улице. Это здорово. Ой, ну, просыпаемся. Иногда слушаем музычку, под музычку. Немножко расшевелиться. А потом идем на завтрак. И вот целый день на улице или в бассейне, или вот там пасочки лепим. Там вот детская игровая площадка, мы там танцуем. И, в общем, так веселимся. Самое долгое расставание у нас было, вот самый первый сбор, январский, вот январь-февраль выпал. Это когда у нас родился Артем. Ему было, вот сколько, получается, 2 месяца, да, или даже месяц, и Андрей улетел. Как раз самый первенец, первое вот родительство, да, вот это все. И он улетел, но нам хорошо, конечно, помогали мои родители, родители Андрея, и, в общем, более-менее гладко все прошло. Вот, первый раз, когда мы прилетели в Екатеринбург, вот первый год, Тёмкин, ему, получается, 2,5 месяца, прилетаем, холодно, невозможно, март, по-моему, март месяц, и у нас уже теплеет, так прям это, солнышко, а, да, в Воронеже теплеет солнышко, а здесь, боже мой, такая метель, мы еще, получается, жили на Радищево, а там как раз вот эта горка, там постоянно ветер, невозможно, просто фу, сдувает, едешь с коляской. Вот когда лето наступило, тогда вообще замечательно, город красивый, и Аленка, когда у нас там родилась, у нас же там Аленочка появилась. Вот, я так полюбила Екатеринбург вообще, если честно, вот всем сердцем, и очень любим город каждый раз, когда гуляем, прям вообще классно, очень такие чувства, очень теплые. Так, ну все, разминку закончили, уделили внимание проблемным местам. Теперь у нас теория. Пойдем. Так, вот сюда. Проходим. Здесь у нас зал для теоретических занятий. Вот. Но, к сожалению, туда вам нельзя. Тренировочный день закончился. Вот такой вот он с одной тренировкой. Всем добра, любви. Все, пока. Ну вот и дождались. Олег Шатов вернулся в родной Урал, подписав контракт до окончания этого сезона. О том, какие самые памятные даты были в его карьере, в составе Урала или против нашего клуба, он сейчас расскажет. Я понял, что это
за фотографии. Это была, по-моему, домашняя игра с футбольным клубом «Краснодар», если я не ошибаюсь. Или ошибаюсь? Ошибаюсь. А тут в Сафа на фотке. Я пытаюсь помнить, наверное, это я праздновал гол. Сафа, а в Сафу всегда называли «нога бога». У него левая нога была шикарная. Сейчас, конечно, он работает тренером, помощником в Уфе, мы когда видимся, ну, пересекаемся, общаемся. Но я что запомнил, он очень много очков нам принес своей левой ногой. То гол со штрафного забьет, то угловой подаст, то штрафной, очень хорошая левая нога. Но и надо отметить, очень порядочный, честный, открытый парень. И было приятно с ним играть в одной команде. Тем более мы там по сей день при встрече всегда можем мило провести разговоры и пооткровенничать. А, это я помню. Игра, это мы с «Зенитом» уже играли на СКБ-арене, на новой мы выиграли «Зенит». По-моему, 4-1 или 3-1. 4-1. А, у нас отличился Дзюба. По-моему, Халк забивал. В составе «Урал», по-моему, Ерохин отличился, Саня. По-моему, 4-1, да, я прекрасно помню. Там после игры фотографии, да, с Павлом Лыцком и с Викторовичем. Я угадал? Да. Красавчик. Ну, это уже видно, что стадион до уже реконструкции, до чемпионата мира. Даже честно не скажу. Соперника видно. Я вижу, что они в белой форме. Ну, он мне запомнился таким спокойным, рассудительным. Я никогда от него не слышал какого-то, чтобы он кого-то оскорбил, там, повысил голос на кого-то или там свысока посмотрел, как он главный тренер. Он был таким сдержанным, и мне он очень понравился как главный тренер. Хотя, если брать индивидуальную мою статистику игру, я при нем не показывал свой лучший футбол, но... Все, когда он начинал разговаривать, нужно было, помню, молчать, потому что если кто-то будет говорить, ты можешь не услышать. Он говорил очень тихо, еле шепотом, и все должны были прислушиваться. Ну тут все понятно, что так. Только это, по-моему, мы играли на Петровск. Я, по-моему, даже в той игре отличился. Но мы выиграли, «Зенит» выиграл-то. Я не помню, с кем счетом, но мы выиграли. Евсей, что ли? А что, не узнал? Не, сейчас открылось. Ну уж совсем молоденький. Ну как ты так, как игру? Игру такую я это не отгадаю. Ну тяжело, что мы тут. Просто молоденькие парни на старом Петровском стадионе, а игра... Ты вот эту мне отправил? Да. А как я должен игру угадать? Да не, у нас в раздевалке сразу много фото. Ну, наверное, если там, судя по тому, что много народу, мы, наверное, может, это чемпионский сезон. Игра, когда мы стали чемпионами, скорее всего, потому что слишком много людей в раздевалке и не вижу. А, да, пресса, камера, это, скорее всего, наверное, да. Это, наверное, последняя наша домашняя игра. Что про Тему? Ну, скажу так, что у нас с Темой там было пару раз конфликтных ситуаций, когда мы могли на поле там высказать друг другу в ненормативной лексике претензии, а потом... шли с ним в душевую и на повышенных тонах разговаривали, пытались объяснить ситуацию. Ну, это нормальная ситуация у нас. И у нас сразу 2-3 такие ситуации с ним возникали. Поэтому, да, я прекрасно понимал, что он такой большой и, ну, сильный. Ну, надо признавать, что там у него два роста метра, у меня там 1,70 м. Что, если была бы драка, наверное, скорее всего, победитель был бы ясен. Но я никогда... Всегда знал, что сезон мой правда, я всегда отстаивал, и таких пару ситуаций у нас не возникали. Но мы после игры, уже после эмоций, как бы жали руку и высказывали свое мнение и пытались найти истину, так сказать. Если вам понравилось это видео, ставьте на вот такой значок под ним и подписывайтесь на наш клубный YouTube-канал. Следите за обновлением контента. Ну а мы едем дальше, и у нас на очереди рубрика «Алфавит» с Димой Маковским и Артемом Шмыковым. Я даже не удивлен, что это буква «Г». Ну все, я придумал. Гажим Радов, грандиозный гол. Хорошо, что пойдет. Я вытяну. Хотя к этому не относится, Гажим Радов, голы. Это плохо связано с ним. Буква «В».
Ванька выбил. Пойдет? Проблем. М. Что-то весело придумал. Маковский, моментище. Я думаю, похоже на кого-то. Да, кстати, да. Михалыч мог, слушай. Буква Н. На Н вообще, вот кто у нас даже по именам как-то тяжело. Ну, давай, ладно. Так, все, просто пропускаю. Просто. Б. Бехвалы бьет, бил, будет бить. Браво. Это что? Очень сильно, кстати, решение с вашей стороны. Л. Можно Лёха лупи. Что-то типа того. Лупи, лупи. Что, нет, да? Да нет, сойдет что. Как нет. Буква П. Пинай посильнее. Р. Это у нас не эмоциональная программа получилась. Рамазан, речь. Че, еще одну? Ты хочешь мне дать шанс все на ничью? Буква А. Атакуйте активнее. Ну и в заключение поиграем мускулами и узнаем, кто самый сильный в составе Урала. Чемпионат по армрестлингу в рамках учебно-тренировочного сбора. Смотрим. Ребята, приветствуем вас на первый турнир армрестлинга. У нас будет 4 состязателя. И они сидят рядом с меня, и они будут сейчас показывать свою силу в руке. Готовы? Да. Выиграл. Все, здорово. Магомадов. Я могу уходить, все? Готов? Моса. Разные весовые категории. Да, оставайся. Что, я сразу? Я просто поесть хочу, давайте я быстро сниму. Ребята, готовы? Да, честно говоря, не будем. Вратарь у нас. Все, спасибо. Готовы, ребята? Я тоже. У меня две болят. Все. Не пошло, не повезло. Электричество. Поздравляю, Роман. Если вам понравилось это видео, ставьте на вот такой значок под ним, подписывайтесь на клубный YouTube-канал и следите за обновлением контента. Это была программа Insight, ну и до встречи на просторах интернета.